Что, ноги болят? Здорово. Хочешь попробовать? Я не помещусь. А я уверен, поместишься. И даже если я... поместился, все равно не поднимешься. Подниму. Залезай. Это приказ. Мало чего, приказывает ты мне. Но до этого ты же все выполнял. Я выполнял, ты говорил, бандиты за тобой гонятся, тебе нужно в этот чемодан. А что в этом другом чемодане? Деньги. Че? Огромная куча денег. Откуда? Их украли бандиты. Бандиты? У кого украли? Они напали на инкассаторов. Так. Всех убили. Так. Деньги забрали. Понял. А тебе как попали? Какая разница? Просто интересно, скажи, что ты. Главарь был моим отцом. Я узнал, где он спрятал добычу и утащил ее. Чтобы отомстить, да? Угадал. Как зовут отца? Фрэнсис. Что? Фрэнсис. Имя Фрэнсис. Имя, я понял. Никогда не встречал людей с таким именем, Фрэнсис. А я никогда не встречал людей с фамилией Листок. Да? Да. Один-один. А фамилия отца, кстати, как? Такая же, как у меня. Пошли. Оставь чемодан. Он нам больше не нужен. Оставь чемодан? Да, оставь. Как скажешь. Какая у вас фамилия? Дрейк. Дрейк? Да. Фрэнсис Дрейк? Твой отец? Серьезно? Ну, ты даешь. Ты правда веришь всему, что тебе говорят? А зачем обманывать? Ну, я же сейчас тебя обманул. Нет, ну, у тебя, значит, причина была? Не было причины. Слушай, ты придумал, что твой отец известный пират Фрэнсис Дрейк. Здорово. Наверное, ты хотел, чтобы он был похож на него. А настоящий-то отец кто у тебя? Не знаю. У нас бросил еще до моего рождения. Ага. Никогда его не видел. Ну, хотел, наверное, увидеть. Раньше? Хотел. Раньше. Почему тебя держали в больнице? Меня не держали, я добровольно. Зачем? Зачем? Хотел разобраться в себе. Знаешь, трудно иногда бывает общаться с людьми, когда не понимаешь, правду они говорят или врут тебе. А когда я сказал тебе, что над нами пролетел бомбардировщик, ты правда лег на землю? Конечно. Зачем? Ну как зачем? Мы могли погибнуть от осколка. Но ты же не видел самолет. Как не видел? Он пролетел над нами. И как он выглядел? Ну, такой голубой самолет. Голубой? И все? Ты не мог его видеть? Я видел. Он очень низко пролетел. Тогда почему не можешь его описать? Описать? Ты хочешь подробности? Валяй. Бомбардировщик Су-25. Оснащен турбореактивным двигателем. Кабина пилота выполнена из титановой брони. 55 миллиметров толщина стекла пилота лобового. И 5 миллиметров толщина стали. Что-нибудь еще? Ты просто прочитал это где-нибудь и запомнил. Ну, знаешь, тебе не угодишь. Проще описать, я описываю. Тебе не нравится. Сколько денег в чемодане? Нет там никаких денег. Там моя одежда. Деньги в другом месте. Не надейся их найти. Не нужны мне твои деньги. А как ты собираешься доехать до Урала? Ты обещал купить мне билет, да? Я просто хотел тебя проверить. Полезешь ты в воду или нет? Знаешь что? Не хочу я с тобой идти. И пожалуйста.
Че ты за мной идешь? Я не за тобой, я сам по себе иду. Это моя дорога. Иди вон, лесом. Это ничья дорога. Иду, где хочу. Ты не знаешь дороги до станции? Ничего. Встретится кто-нибудь, я спрошу, когда идти. Говорят, детям нельзя носить тяжести. Ну, это твой чемодан. Потом ты меня обманул. Я думал, мы играем. Думал, тебе нравится. Я мог утонуть? Где? Это была мелкая речка. Я по бревну ее перешел. Ты сказала, что это море. Ты сам виноват. Почему ты во все веришь? Не во все. Понеси мой чемодан. Пожалуйста. Сам неси. Я сказал волшебное слово. Обычное слово. Он тяжелый. Ну ты вынь лишние вещи. Он станет легче. Давай, давай. Хочешь, чтобы я выбросил шарф? На, пусть я замерзну. И безрукавка мне не нужна. Яблоки, они самые тяжелые. Тоже обойдусь. Свитер. Свитер на севере зачем? Он не нужен на севере. Чего? О! Теплая штука. А на севере зачем? Почему ты не выбросил тетрадь? Не твое дело. Можно повежливее, все-таки несу твой чемодан. Не хочешь, не неси. Иногда мы делаем то, что не хочется. Спасибо. Пожалуйста. Нет. Когда она появилась? Ты спрашиваешь. Ты как доктор спрашиваешь? У меня мама доктор. Она считает, что у каждой болезни есть начало. Ну, это правда. А вот в тетрадке я видел краешек фотографии. Это мама? Отдай чемодан. Ну, что ты? Ты надорвешься, он действительно тяжелый. Пусть. Так не годится. Ты спрашиваешь, о чем хочешь, а я, значит, не могу. Несправедливо. Я тоже больше не буду тебя ни о чем спрашивать. Ты молча хочешь идти. Аристарх, что, нельзя спрашивать про твою маму? Нельзя. И вообще, меня зовут Максим. В смысле? Ты же говорил, Аристарх.
Это имя мне больше не нравится. Зови меня Макс. Хорошо, Макс. Нам нужно спешить. Поезд прибывает через 40 минут. Тебя же одного не посадят на поезд. Это товар, но он здесь каждую неделю проходит. Оцепляет несколько вагонов и едет дальше. Подожди, как ты попадешь в поезд? У тебя нет денег, в чемодане дашь. Зато там есть отмычка. Я могу открыть амбарный замок за 10 секунд. А-а-а. Не веришь? Верю. Я опять тебя обманул. Мой рекорд 20 секунд. Ну, это все равно быстро. Ты тоже давай быстрей. Быстрей. Могу я быстрее. 10 часов идем, 20. Стоп. Мы здесь уже были. Я помню это место. Только мы вышли с другой стороны. А почему мы ходим кругами? Мы не ходим кругами. А? Мы не ходим кругами. Это просто здесь все одинаковое. В лесу все похоже. А дом? Я помню вот этот дом. Та же крыша. Бабушка та же. Это бабка Аглая. Родная сестра бабки Мари, которую ты видел. Они на разных концах деревни живут. А почему они на разных концах деревни-то живут? Поругались. Старушки всегда ругаются. Ты не знал? Просто никогда не был старушкой. Пошли. Пойдем. Скорее, листок. Я пытаюсь, пытаюсь. Пытайся лучше. А что в конце концов случится, если мы опоздаем? Ты говорил, поезд ходит регулярно. Ну, не попадем мы сегодня, ну, значит, попадем на следующей неделе или там через неделю. Знаешь, что было в тетрадке? Что? Карта подземных баз. Я должен передать ее машинисту поезда, чтобы ее доставили в генеральный штаб. Если мы не успеем, начнется война. Что за база? Это огромный склад боеприпасов. Его прячут под землей. Даже под нами может быть склад. Или вон там. Ты видел метро? Да. Это почти то же самое, только глубже. Нужен секретный допуск, чтобы попасть. Откуда ты все это знаешь? От отца. Который вас бросил? Он погиб, когда выполнял это задание. Я не мог тебе сказать раньше. Понимаю. Скорее, листок. Если самое важное в чемодане – тетрадь, может, оставим остальные вещи, чтобы спасти мир? Нет, это особые вещи. А толстая книга? В ней все самые важные сведения о планете. А. Если случится война, а. Нужно знать, как начать все сначала. А колбаса? Это особенная колбаса. Она тоже нужна. Можешь откусывать от нее сколько хочешь, она не становится меньше. Самовосстанавливающаяся колбаса, да? Быстрее, листок! Я больше не могу. Нельзя сдаваться. Ты хочешь спасти мир? Очень. Тогда надо бежать. Ты мужик или нет? Мужик. Тогда поднимайся. Я мужик, который лежит. Мне нужно еще пару минут буквально. Нет у нас пары минут. Слышишь, как земля дрожит? Слышу. Что это, по-твоему? Это орудия выкатываются. А какие мощные орудия. Ты хочешь, чтобы враги дали залп? Нет. Не надо залп. Я бегу. Thank you.
Хорошо бежишь. Намного лучше, чем раньше. Считаешь? Нет, не присаживайся, не присаживайся. Нам надо бежать, надо бежать. Сколько осталось? Нисколько. Да, опоздали. Опоздали? Прости, я тебя обманул. У меня нет никакого задания. Нет, 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 нет. Я слышу, как поднимаются орудия. Ты слышишь? Нет никаких баз. Я просто хотел сбежать на север. Там люди добрее. Там добрее, а здесь, значит, злые, да? Разные. Злых больше. Ты злой. Да, прости. Прости. Я не хотел издеваться над тобой. Зачем издевался? Не знаю. Мне надо домой. Мама ушла на сутки, скоро вернется. Я тебя провожу. Нет. Тут недалеко. Я специально круг сделаю. На случай, если за мной погонятся. От кого ты бежал? Неважно. Нет, это важно. Ты в седьмой раз убегаешь из дома. Тебя записали в чемпионы побегов. Ты в курсе? А мама при чем? Ее чуть не лишили родительских прав, ты знаешь? А? Обижает тебя? Старшеклассники. Никто меня не обижает. А ты чем ты лучше их? Этих мальчишек, которые издеваются над тобой. Они выложили видео в интернете. Тысячи людей его видели. Ну и что? Ну и увидели, и забудут. Понимаешь, забудут. Только ты не говори матери. Только ты не убегай больше от нее. Thank you.
собрание всех служб. Объявляю час тишины. Все работы с техникой остановили. Слушаем землю.